Молодежь «Дуэт Открытая Лига», Владычина Маргарита, Аберемок Виктория, Днепропетровск, клуб «Мирабель», руководитель Тамара Крупин. Категория шоу были данные финалы «Дуэт Дебют». Первое место Удовик Аня, Кибец Лиза. Руководитель Ольга Иванинская, «Звездная рапсодия». Тришад Ювеналы, дуэт начинающий. Первое место занимает Кондратюк Саша и Дудник Карина, клуб «Мирабель», руководитель Тамара Крути, Днепропетровск. Табло юниоры, дуэт «Открытая лига». Первое место занимают Владычина Маргарита и Воронцова Анна, клуб «Мирабель», руководитель Тамара Крути. Табло юниоры, дуэт начинающий. Первое место занимает Белошенко Лера и Кузьминская Катя, клуб «Мирабель», Днепропетровск, руководитель Тамара Крути. Табло ювеналы, дуэт начинающие. Первое место Руденко Лера и Басан Саша, Днепропетровск, клуб «Мирабель», руководитель Тамара Крути. Шоу «Балетан взрослый», дуэт «Открытая лига». Нафеева Эльвина и Гладушка Диана. Первое место. Школа восточного танца «Шейх Али Маргариты». Руководитель «Шейх Али Маргарита». Индийский танец юниоры, дуэт «Открытая лига». Первое место заняли Шишкина Виктория, Залевская Вероника, Днепропетровск, Ангит, руководитель Косенкова Светлана. Индийский танец юниоры, дуэт «Дебют». Первое место заняли Басен Саша и там Рамона Лаура, Днепропетровск, клуб «Мирабель», руководитель Тамара Крути. Индийский танец юниоры, Формейшн, открытая лига. Первое место Сапна, Полтава, руководитель Коробова Ольга. Эстрадная песня «Молодежь», дуэт «Открытая лига». Первое место Владычина Маргарита, Аберемок Виктория, Днепропетровск, клуб «Мирабель», руководитель Тамара Крути. Ракшарк юниоры, дуэт «Дебют». Первое место заняли Бондаренко Анна и Воронцова Анна, Днепропетровск, клуб «Мирабель», руководитель Тамара Крути. Эстрадная песня юниоры Формейшн, начинающие. Второе место занял клуб «Исида», Днепропетровск, руководитель Елена Водопьян. И почетное первое место заняла школа восточного танца «Шейх Али Маргариты», Днепропетровск, руководитель «Шейх Али Маргарита». Категория табло юниоры Формейшн, открытая лига. Третье место клуб «Исида», руководитель Елена Водопьян. Второе место Сапна, Полтава, руководитель Коробова Ольга. Второе место. И первое место школа восточного танца Татьяны Субботиной, руководитель Татьяна Субботина. Индийский танец взрослый, малая группа «Открытая лига». Первое место занимает Сангит, Днепропетровск, руководитель Косенкова Светлана. Индийский танец «Дочки матери», малая группа начинающие. Сапна, Полтава, первое место занимают руководитель Коробова Ольга. Индийский танец «Ювеналы», малая группа начинающие. Первое место Сапна, Полтава, руководитель Коробова Ольга. Шоу «Балетанцы ювеналы», малая группа начинающие. Первое место занимает Исида, Днепропетровск, руководитель Елена Водопьян. Шоу «Балетанц юниоры», малая группа начинающие. Первое место занимает Исида, Днепропетровск, руководитель Елена Водопьян. Девчоночки, забирайте свой большой кубок. Вот так вот. Шоу «Балетанц взрослые», малая группа «Открытая лига». Первое место занимает
Школа танца Алины Сапеги, Днепропетровск. Руководитель Алина Сапега. Представители Алины вот подходят. Ракшарки юниоры, формейшн, открытая лига. Первое место — школа танца восточного Татьяны Субботина, Днепропетровск. Руководитель Татьяна Субботина. А ну-ка, у кого еще нет места, забирайте. Ракшарки взрослый, формейшн, дебют. Первое место занимает школа восточного танца Шейх Али Маргариты. Руководитель Шейх Али Маргарита. Ракшарки ювеналы, малая группа начинающая. Второе место занимает жемчужина Востока Синельникова, руководитель Яланская Дарья. И первое место — клуб Амарин Днепропетровск, руководитель Горбенко Елена. Синхронный танец юниоры, формейшн, начинающие. Первое место — Мирабель Днепропетровск, руководитель Тамара Крутий. Шоу «Балетанс юниоры», формейшн, дебют. Первое место занимает «Звездная рапсодия», Днепропетровск, руководитель Ольга Иванинская. Стрит шаби юниоры, формейшн, открытая лига. Первое место — школа восточного танца Татьяны Субботиной. Сценический танец юниоры, формейшн, начинающий. Первое место — клуб Исида, Днепропетровск, руководитель Елена Водопьян. Индийский танец юниоры, продакшн, открытая лига, Сапна, Полтава, руководитель Коробова Ольга. Фольклор юниоры, формейшн, начинающий. Первое место — школа восточного танца Татьяны Субботиной, руководитель Татьяна Субботина. Вот, уже по два кубка в руках. Ракшарки, взрослая малая группа, открытая лига. Второе место занимает «Звездная рапсодия», Днепропетровск, руководитель Ольга Иванинская. И первое место — Самира, Днепропетровск, руководитель Евгения Балыкова. Табло ювеналы, малая группа, начинающие. Второе место — клуб Исида, Днепропетровск, руководитель Елена Водопьян. И первое место — жемчужина Востока Синельникова, руководитель Яланская Дарья. Шоу «Балетанс взрослый формейшн», дебют. Второе место занимает школа танца Алины Сапеги, руководитель Алина Сапега. И первое место — «Звездная рапсодия», Днепропетровск, руководитель Ольга Иванинская. Специальные призы, минутку ждем. Специальные призы, девочки, не уходим. Идут специальные призы. Дорогие зрители, мы вас благодарим за участие. Ждем вас еще. Желаем вам хорошего настроения, танцевального настроения вам и вашим детям. Не уходим, девочки, стойте, пошли за специальными призами. Там организаторы пошли за специальными призами. Не знаем, что там за специальные призы. Не уходим. Специальным призом
за самый массовый формейшн всеукраинского рентингового чемпионата среди группы формейшенов занял коллектив «Сапна», руководитель Коробова Ольга. Специальным призом награждаются за самый массовый формейшн. Специальным призом за самый представительный клуб всеукраинского рейтингового чемпионата среди группы формейшена награждается клуб «Жемчужина Востока», руководитель Яланская Дарья. Так, девочки, давайте поблагодарим организаторов. Спасибо большое Татьяне Субботиной и Елене Водопьян за такой прекрасный конкурс, за столько призов, подарков и столько радости. Благодарим вас. Благодарим всех участников конкурса. Будьте танцевальными и приходите еще. Ваша ведущая Юлия Альмейда. Thank you.
Thank you.